Лих, едь, Лих. Сними хоть куртку-то. Чтобы там, где разнообразие было. И такой там был. Ой, чтобы ритор был, это был. Ну, этот здесь попробую все, что хочется. Ну, давай. Хорошо. Ну, давай не сейчас есть, Рома. Вот ты только что съел мать. А что я буду есть? Давай я подогрею себе гречу. Давай. Ты так все хотел гречу. Сварили гречу, а толку-то? Есть, не ешь ее. Гречу подогрею и салатик с помидорками. Это жалко, продукты-то переводить. Покупаем, покупаем, деньги тратим, а есть не ешь. Фаза что, очень вкусная, что ли? Его хочется попробовать, тогда половину. Телефон звонит. Принеси, а? Огурцы принеси. Алло. Зуб 2200 где-то так. Нина Степановна всегда любит считать по все по полной. У нее где-то в 2,5. Накоплю. Я имею в виду, что очень долго она это начинает, там, ой, значит, все одно и то же спрашивает. Пимка со своим поедет, все полечить, вот на среду записали, сколько будет стоить, хватит ли им по 5000. Я говорю, ну, по 2 зуба. Хватит залечить. Она ведь живет за городом, там, в деревне у своей этой. Бабушка умерла, и они там живут. Этих куриц там развели, там всякое. Пойди чуть-чуть. А
где-то у тебя я видела бумажную эту упаковку от 3. Какой-то пакет. Я просто положила. Так вот я и хотела. Я забираю ее. Забираю ее. Я просто. А где она? Ну, там смотри, ищи. Росток. Вот, куда-то там какой-то положила. Где, не знаю, смотри. Как создать надежный носитель? Рома, ну что ты меня-то запариваешь на эту тему? Мне, например, это не интересно абсолютно. Ты задавай вопросы это в интернете там. У кого какие-то есть эти самые, например, создание вот этого и этого? И что там пишут по этому поводу вообще? Так же, вот что-то мне задаешь вопрос, задавай вопрос в интернете. И посмотри. Может быть, кто-то ну, тихо, тишина, рассуждает по этому поводу. Тоже мозгой. Я тоже, когда была маленькая, думала, знаешь, найти там клад или еще там подобное. Потом мне сказали, что любой клад – это все государственное все равно. Это не твое личное. Ты получаешь с этого 25%. Смотри, часы идут. Где их потом повесим? В комнате, вон, как тебе они смотрятся. Или в прихожей их повесить где-нибудь. У тебя есть какие-то предложения? Нашла, нет? А где эта подушка твоя, там вот эта ортопедическая? Ром, посмотри. Там вот есть этот, как его, сгущенное молоко. Ром, посмотри вот эту вот штучку вот эту, куда яйца класть, вот это там, где-то там сверху, на каком-то пакете лежит она. А я так положу это вот. Я сейчас найду. Просто у меня еще один десяток. Оставь, я сейчас найду. Плохо, что мне не сделали еще два деления. Ну да. Только сделали один десяток. Для одного. Ром, выключай речь. Все, готово.